Это последняя лекция в рамках образовательной программы, которую подготовил культурный проект. Культурный проект — это платформа для получения знаний в сферах гуманитарных для взрослых. И пятая лекция — я представляю вам Наталью Романову, старший преподаватель Национального института театра, кино и телевидения, преподаватель Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Наталья Романова сегодня прочтет лекцию про Вильяма Хогарта. И вот кто еще не знаком с выставкой, пожалуйста, после лекции вы сможете еще раз пройти посмотреть оригиналы работ Вильяма Хогарта. Пожалуйста, Наталья Романова. Да, добрый день. Итак, Вильям Хогарт и не только Вильям Хогарт, немножко вообще о разном. Начнем сначала вообще о положении в английском искусстве, в живописи в частности, к началу XVIII века. А Хогарт родился в последние годы XVII века, и, собственно, его вся жизнь сознательная уложилась именно в первую половину XVIII века. Время сложное для Англии, очень успешное, как раз в это время, вытеснив свою соперницу Голландию с проложенных ею морских путей, Британия становится владычицей морей. Меняются династии. Какие-то зреют периодически заговоры, проблемы, продолжаются военные столкновения на море и на континенте. Вот как раз зрелые годы Хогарта в сороковые десятилетия, четвертое десятилетие XVIII века совпадет с участием Англии в войне за австрийское наследство. Мария Терезия, австрийская императрица, как раз придет время ей царствовать. Ее отец в 1940 году ушел из жизни. Накануне он заставил подписать очень многие государства и различные там регионы, общественные организации, подчинявшиеся ему, так называемую прагматическую санкцию. Не имея наследников мужского пола, он заставил согласиться с тем, что будет царствовать его дочь. Но после ухода его из жизни возникла масса вопросов, и начинается вот эта самая война за австрийское наследство, в которой участвуют большинство европейских стран, как ни странно, в том числе и Англия, и Франция, отчасти и Российская империя. Казалось бы, какое кому дело до австрийского наследства, но вопрос оказался очень важным. И эта ситуация и то, что предшествовало ей, очень здорово будет раздувать в Англии антифранцузские настроения. Потому что, собственно говоря, вот Франция непосредственно заинтересованная в итогах этой войны за австрийское наследство. И как раз почти вся жизнь Хогарта, ну то время, в которое жил Хогарт, пройдет под знаком вот этого вот раздувания всего антифранцузского. Почему, собственно говоря, это важно в данном случае? А потому что французская живописная школа в это время и уже довольно давно была лидирующей. И не признавать французские достижения, французские влияния, ну как бы было неразумно. Ориентировались-то все лучшие мастера первой половины и второй половины XVIII века на Францию. И вот как художник, как живописец Хогарт, который не очень, так сказать, снимал шляпу перед французской живописной школы, как он себя чувствовал и как он выходил из положения. Вот об этом мы тоже поговорим, потому что это важно. Дело в том, что вот тут я отвлекусь вообще в другую совершенно сферу. В разных странах, в разных школах живописных, музыкальных, литературных мы можем найти хороших, замечательных, крупных художников, просто вот добротных
опытных художников часто, о которых даже и специалисты не очень знали предварительно. Вот то, что везде были хорошие художники, понимаешь, особенно явно тогда, когда попадаешь в музей какой-нибудь непрошенной столицы. Там ни в Париж, ни в Эрмитаж, ни в Дрезденскую галерею, ни в Амстердамский Рейхсмузей, а в какой-нибудь Национальный музей Литвы или в Бухаресте, или вот что-нибудь такое. Вдруг ты видишь, очень хорошие живописцы, оказывается, и здесь, и там были, а мы понятия о них не имели. Ну что ж, вот так. Но хорошие есть везде, а вот великих традиций, это тоже объективно, гораздо-гораздо меньше. Писатели, ну, в силу рода своего занятия, более охотно и более явно как-то рассуждали об этих великих литературных традициях. Ну, например, строгий Сомерсет Моэм считал, что великих литературных традиций, не считая античности, а вот современных ему, то есть к началу 20 века, всего две – английская и французская. Или, если хотите, поменяйте их местами – французская и английская. Тут обе занимают первое место. Ну, это такая вот его точка зрения, и она была разделяема и остается, может быть, разделяема целым рядом. Поль Валери, культовый личность во Франции, его именем назван университет, названы улицы. У нас он не столь популярен, потому что он не о классике, а у нас французская литература и французская культура 20-х годов и того, что было до Первой мировой войны, ассоциируется больше с авангардом. Но не все, только один сплошной авангард. Вот неоклассика тоже имела место быть. Поль Валери, кроме всего прочего, кроме того, что он поэт, он еще и эссеист, ну, считайте, вот литературный и художественный критик. Замечательный при этом. Да, так вот, Поль Валери считал, что таких великих литературных традиций четыре. Вот я согласна с ним. Это, конечно же, уже упомянутая английская и французская, к ним он еще прибавил немецкоязычную и русскоязычную. Потому что, когда речь идет о словесности, главным инструментом является язык, и, собственно, национальность автора, его корни не столь важны, важен тот язык, с которым он работает. Там, ну, допустим, Григорий Чхартишвили, тоже замечательный переводчик, и литературовед, ну, как беллетрист, фабульный писатель, мы его знаем под именем Бориса Акунина, но у него много есть вещей, написанных им как Григорий Чхартишвили. Вот, в частности, книжка, которую я очень люблю, «Писатели самоубийства». Он там и там, и в других местах тоже рассуждает о великих литературных традициях. У него их получается шесть, потому что вот к тем, которые насчитал Поль Валери, он прибавил еще испаноязычную и японоязычную. Но, с моей точки зрения, с японоязычной перебор, потому что, хотя японская литература древняя, там как раз не выходит того, что обеспечивает великую традицию. А что, собственно, ее обеспечивает, эту великую традицию, что в литературе, что в живописи, что в музыкальной культуре. Это когда каждое поколение на протяжении довольно приличного отрезка времени дает не одного, а сразу нескольких выдающихся авторов. И вот в этом смысле Япония как-то не очень укладывается. Там большой такой разрыв между литературой Средневековья и потом уже вот концом XIX века. Ну, вот это писатели о литературе. А живописцы? Вот если теперь мы перейдем к живописи, а нас непосредственно интересует именно она, мы тоже вынуждены, вот признавая, что везде можно найти в самых разных музеях, в самых разных странах, можно найти очень хороших живописцев, совершенно искренне вот их полюбить, то великих живописных, великих традиций, вот опять же таких, чтобы в течение большого периода времени каждое поколение давало не одного, а сразу нескольких, целый букет
талантливых мастеров. Вот таких великих традиций, так же, как и литературных, оказывается, раз-два и обчелся. Итальянская, безусловно. Французская, безусловно. А вот насчет английской, если английская литературная, то есть словесная традиция, вообще не подвергается никакому сомнению, она одна из величайших, тут один Шекспир и Джон Дон могут перевесить уже целую компанию, то вот английская живописная традиция, она действительно как-то вот с ней не очень складывается. И, в общем-то, это не совсем понятно даже, почему происходит. А у Уильяма Хогарта написано на доступных нам, ну, так сказать, широко доступных, английский язык тоже достаточно широко доступный, но все-таки это не тот, который в употреблении у каждого. Написано не так уже много, но зато есть одна книга, которая, в общем, стоит, наверное, потенциально многих других. Это книга Михаила Германа, которая называется «Уильям Хогарт и его время». Вот я в основном ею и пользовалась, и когда я студентам своим театральным читаю о Хогарте, Хогарту обычно посвящается отдельная лекция. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что для театральных людей он, конечно, важен особенно, как далеко не каждый живописец. Хогарт именно важен. Да, так вот, Михаил Герман тоже в начале своей этой замечательной книги «Хогарт и его время» он рассуждает о том, что да, бывает вот как-то странно, но в одной стране, в одной, значит, там локальной культуре словесность высоко развита, а архитектура, изобразительность как-то очень вторична и вообще как-то даже на задворках, а где-то вот музыкальная культура высочайшая, самая передовая, такая, без которой никто никогда не обойдется, а архитектура и живопись, так сказать, можно пожать плечами, без нее действительно можно обойтись, но нигде, как в Англии, вот к началу 18 века, мы не видим, не наблюдаем картину вот такого поразительного диссонанса. Высочайшая, разветвленнейшая литературная традиция и какое-то, ну, в общем, полное почти отсутствие живописной. Вот на протяжении длительного периода времени в Англии действительно прибегают к услугам иностранцев. Иностранцы не, так сказать, не абы какие. Это Ганс Гальбейн-младший, который приезжает в Англию, работает там при дворе английского короля Генриха VIII. Вот мы видим как раз портрет его работы, изображающий этого самого короля. Он писал о придворных, писал нескольких его жен. Король как раз вошел в историю, в том числе и благодаря тому, что был таким многоженцем, получив прозвище «Синяя борода», задним числом. Так вот, Гальбейн много работал в Англии, он не одиножды приезжал туда, и, собственно говоря, почти вся его зрелая жизнь прошла так, что он мотался между Базелем, своим почти родным или ставшим родным, и Лондоном, выполняя английские заказы. Но вот Гальбейна не стало, и, казалось бы, он пробыл довольно долго, у него могли бы появиться ученики. Но нет, не появляется у него ученик. И традиция Гальбейна никак-то вот не прижилась на английской почве. Интересно еще другое. Гальбейн тут не единственный такого рода художник. Даже Тициана можно к этой группе причислить. Что я имею в виду? Мастер, который блестяще владеет кистью и всеми, так сказать, всем арсеналом живописных средств, когда к нему поступают заказы из какой-то, в общем-то, в художественном отношении тьму-таракани или чего-то вот в этом роде, где люди не готовы понимать высокое искусство, вот последнее слово, последние достижения, он пишет так, как Гальбейн в Англии. То есть он как бы намеренно себя примитивизирует, вот создавая вариант, в том числе и он создает вариант такой английской парсуны. Вот интересное явление
И оно, безусловно, имело место в Европе. О нем очень хорошо и интересно писал во второй половине 20 века такой венгерский искусствовед. Я не удивлюсь, если никто из вас не слышал его имени. А он очень хороший специалист и переводился на русский язык. В советское время издавались его книги. Андьял его фамилия. Вот у него теория мира пограничных крепостей. Пожалуй, вот никто до него так ясно и просто не сказал, что вот существует некий, так сказать, очаг, некий центр, где такой эпицентр, Франция, Италия сначала, потом Франция, там отчасти Южная Германия, периодически Нидерланды, Голландия и Бельгия, когда они там распадутся на две части, тоже будут в этом ареале центральном. А вокруг, что на запад, что на север, что на восток, неважно. Вот этот вот такой парсунный регион, он называет его миром пограничных крепостей, и совершенно справедливо, как-то до него никто об этом не говорил, нельзя объяснить исламским восточным влиянием. Ну, вот это царство Парсуны в Восточной Европе, в украинской, в польской, в той же венгерской живописи, в живописи Трансильвании. Понятно, это все вроде как объясняли, но вот турецкое влияние, там, и даже Ирана, из Ирана идущее влияние. Отсюда плоскостность, декоративность, когда по-настоящему портрет является, в общем-то, черты портрета придают не черты лица, не характер, не психология данного персонажа, а вот характерные для него, для его статуса, для его звания, там, для всех вот там составляющих его личность, регалии. И они выписываются с необыкновенным тщанием. Вот таков язык Парсуны. И вот Андьял обращает внимание, что-то сказать, ну если ладно, тут у нас Венгрия, Украина, Польша, можно объяснить это исламским восточным влиянием, то в Англии тоже получается это восточное влияние. И вот эта английская Парсуна, она, в общем, не очень отличается, скажем, вот от польской или какой-то вот близкой к нашему региону. Вот Гальбейн, видите, пишет Джейн Сеймур, тоже одну из супруг Генриха VIII, тоже так несколько уплощая ее и добавляя декоративности. Вот так же поступал Тициан, когда писал для Габсбургского двора вот его портреты Карла, императора Карла V, как будто в двух стилистических манерах написаны. Одни он словно бы пишет для венецианцев, для итальянцев, они типично тициановские, а другие уже для вот тех вот северных людей, которые живут где-то за Альпами и не очень хорошо понимают пока еще в искусстве. И тут язык другой. И вот дальше эта линия Парсуны, она развивается очень бурно в елизаветинское время. Вот елизаветинские портреты очень-очень сопоставимы по стилистике с так называемыми сарматскими, польскими и украинскими. Ну, назывались так условно сарматскими, потому что польская шляхта считала себя потомками сарматов, выходцев из глубин Центральной Азии. И, кстати сказать, страшно этим гордилась, что именно сарматы, а не там сугубо европейцы. Сарматы куда как круче. Они и богатыри, и там свободные, вольнолюбивые, в общем, всяких масса у них достоинств. Но вот стилистика этого сарматского портрета, она, в общем, получается сходна с английским. Сейчас, извините, это у меня перескочила. Вот еще портрет Елизаветы, такой коронационный, тоже в духе этого сарматского примитива. Вот появляются уже авторы, причем тоже очень характерно для Англии анонимность под вопросом. Может быть, вот Говард, может быть, Криц, а может быть и нет. Потому что личность художника как бы не важна. Вот это сарматское стилистика, она не предполагает, как икона, развития индивидуального почерка, индивидуальной манеры. Вот там Тициана ни с кем не перепутаешь. Того же Ганса Гальбейна в лучшем его проявлении тоже ни с кем не перепутаешь особенно. А здесь вот сознательно как бы себя не очень выставляют свои особенности, свой почерк художники. И так продолжается, собственно говоря, и дальше. Но в
XVIII столетии ко двору Карла I приглашается Антонис ван Дейк, любимый ученик Рубенса, яркий представитель фламандского барокко, конечно, мастер в своем роде совершенно замечательный. Потом когда-то был совершенный культ этого Антониса ван Дейка, его ставили вообще на самые-самые вершины, сравнивая с величайшими мастерами современности, его современности не только, и с предшествующими художниками. В общем, он входил в какую-то вот такую олимпийскую обойму из 10-12 лучших живописцев мира. Потом постепенно как-то его немножко развенчали. В 20 век к нему охладел. Как-то стали замечать его некоторую поверхностность, такую слишком, так сказать, атласность и бархатность. Его, может быть, повышенный интерес ко всяким второстепенным деталям. Но мастер он совершенно блестящий. Если говорить о мастерской живописи, то он, конечно, и рисовальщик, и живописец просто превосходный. И вот вся английская аристократия заказывает ему портреты, так же, как и его великий учитель Рубенс. Ван Дейк удивительно трудоспособен. Вот, ну, трудоспособность Рубенса вызывает до сих пор даже не то чтобы восхищение, а какой-то священный трепет. Просто невозможно представить себе, что один человек мог написать такое невероятное количество картин, плюс заниматься еще одним, вторым, пятым, десятым, а он действительно занимался. Вот Ван Дейк тоже в этом смысле перенял кое-что у своего великого учителя. И поэтому английскую живопись в 17 веке вот представляет он. И после реставрации, уже после английской революции, понятно, что времена пуритан, времена Кромвеля, как вообще, вот, сказать, такое такие протестантские фундаменталисты все очень отрицательно относились к изобразительности и считали, что она не только не полезна, но даже и вредна, и просто прямо ее уничтожали. Это касается и церковных изображений. Ну, а уж культа живописи, понятно, не было совершенно никакого. Потом, так сказать, возвращается жизнь на круги своя. И к концу 17 века, вот во время реставрации, в царствование Карла II и Якова II, опять начинает вроде как, не поворачивается язык сказать, расцветать изобразительное искусство. Оно как раз совершенно не расцветает в Англии, но какая-то жизнь художественная все-таки теплится и продолжают приглашать иностранцев. Это немцы, французов меньше, а уже к концу 17 века уже французская школа начала и надолго, почти там всегда будет лидировать. Вплоть до начала 20 века, но английское отношение ко всему французскому очень скептическое. Поэтому приглашают немцев, в основном голландцев. И уже недалеко не таких выдающихся, как Ван Дейк или вот таким, как был Гальбейн. Это уже такие достаточно второстепенные, не столь важные фигуры. Ну вот еще посмотрите портрет работы Ван Дейка. И вот это его такой парадно-портретный шедевр просто. И можно его рассматривать еще как своего рода квинтэссенцию искусства барокко, потому что барокко обожает контрасты, и вот этот любимый, обожаемый контраст, очень, кстати, опасный красного и черного, потому что тут легко впасть в такую и вульгарность, и грубость. Но это не про Ван Дейка, разумеется. Он-то как раз в грубость, в безвкусицу никогда не впадает. Здесь у него просто, конечно, великое это сочетание. А дальше вот начинается 18-е столетие, начинается время Хогарта. Хогарт родился в самом конце 17-го, и к 20-м годам он уже почувствовал, вот, сказать, призвание, уже хорошо почувствовал себя призвание живописца и кое-чему научился. Ну вот я не по Михаилу Герману построила свой ряд визуальный. Он, кстати, не забирается вот в эти, там, сказать, предысторию английского искусства. Он именно говорит о Хогарте и его времени, а не о предшествующих там, этапах развития английской живописи.
росписи. Но к Михаилу Герману я все-таки обращусь. Герман совершенно справедливо пишет о том, что нельзя вообще анализировать, даже как-то бегло, очень приблизительно, творчество художника, опираясь на его биографию, на обстоятельства его жизни и на его характер. Разумеется, нельзя. Но не менее убедительно и справедливо тут же Михаил Герман говорит о том, что но также нельзя и игнорировать обстоятельства его жизни и черты его характера, потому что это нельзя, так сказать, это абсолютизировать, но нельзя без этого обойтись, это тоже очень важно. И вот что же за обстоятельства жизни, личной жизни, биографии Хогарта? Оказывается, действительно, его происхождение, начало его жизни довольно своеобразно. Он родился в Лондоне, почти что в центре. Ребенок довольно поздний у своих родителей. Оба они поздно вступили в брак. Мать невероятно поздно. Она вышла замуж за отца Хогарта, ну, это первый ее муж, в 29 лет. Для того времени это вообще как-то, ну, более чем странно. Потому что если в 29 лет еще не замужем девица, то она уже замуж и не выйдет. Уже у ней совершенно другая биография и другая жизнь совершенно. Отец Хогарта был, несомненно, человеком образованным очень своеобразно, сделал такую ставку в жизни на свое образование и претерпел крах. Чем же он занимался? Он был преподавателем латинского языка, который в Англии стремительно выходит из моды и обращения. Вот если до начала 18 века все-таки латынь еще как-то достаточно широко преподавалась, то теперь интерес к ней тает на глазах, а он был фанатично предан латыни, считал, что ни один из современных языков, в общем, как-то с латынью не сравнится, что очень жаль, что вот латынь выходит из обихода, люди все меньше и меньше ею пользуются, и не имея ни малейших материальных оснований для каких-то фантазий, он был человеком в сущности бедным, он делает ставку на этот самый латинский язык и нафантазировал себе открыть клуб как раз в это время сетью самых разных клубов Лондон покрывается, открыть клуб, в котором все посетители, ну такой клуб-кафе, в котором бы говорили по-латыни. И он сам, если, значит, пришедшему на чашку чая, кофе в этот клуб человеку не хватает собеседника, говорящего по-латыни, то он готов был всегда, значит, предоставить ему в этом смысле услуги и поговорить с ним по-латыни. Этот его проект оказался полностью провальным. Он взял какую-то довольно круглую сумму под залог и не смог вернуть деньги вовремя. Они оказались растрачены, он абсолютно ничего не заработал. Продавать было нечего, потому что, хотя он неплохого происхождения, но абсолютно с пустыми карманами. А мать Хогарта в приданое не принесла просто ни гроша. И вот в результате он оказывается в долговой тюрьме. И если в детстве Хогарта как раз сопровождал этот латинский язык и какие-то, значит, там соответствующие, наверное, этому интересу разговоры и чтения античных авторов, исторических и мифологических, и в латинской поэзии, вероятно, то после того, как отец попадает в знаменитую лондонскую тюрьму Флит, это, значит, все, так сказать, удовольствия прекращаются. Нет ни общения с отцом, есть унизительное положение. И вот Герман рассматривает эти обстоятельства жизни как, ну, нанесшие такие большую травму юному там отроку Хогарту. И он будет всю жизнь бояться нескольких вещей. Он будет страшно бояться бедности, но он не единственный в этом смысле. Он будет как бы выстраивать свою жизнь обязательно
желая заработать. И вот что, ну, не красит его там в моих глазах, и, наверное, в ваших глазах тоже не очень украсит, он же был из таких пишущих художников, то есть еще словесно самовыражающихся, он как-то так презрительно отозвался о Рембрандте, вот в том смысле, что, дескать, мог зарабатывать хорошо, а потом перестал делать это, то есть перестал делать такое, что покупают охотно. Начал вроде как создавать шедевры, а кому, дескать, нужны эти шедевры? Остался без гроша. Вот сам Хогарт вроде как бы будет совершенно иначе выстраивать свою биографию. И действительно, у него будут периоды, когда он будет одним из хорошо зарабатывающих художников, а потом лучшее свое создаст, как бы не претендуя ни на какой заработок. В общем, вернется как раз к этой модели, которую он в молодости осуждал, как нечто невозможное. Вот хотелось бы работать так, как нравится, как хотелось бы, как видится, но, к сожалению, я должен зарабатывать себе на жизнь, поэтому, извините, я делаю то, что можно продать. Нет, он еще как бы, искать, и осуждает вот таких идейных художников, искренних художников, но в конечном счете сам станет одним из таких же. Ну вот давайте посмотрим на его несколько автопортретов. Собственно говоря, его главные живописные достижения, они лежат именно в области портрета. Чисто живописные достижения. Ну вот это более ранний его портрет, а это уже зрелый портрет его с собачкой по кличке Трамп, кстати, да, такое имя, фамилия сейчас на слуху. Так вот, его песика тоже звали как Трамп. Герман переводит Трамп как дружок. Ну вот я смотрела в словаре, очень много оттенков значения у этого слова. И парень, и вот такой более новый словарь дает такой как бы сленговый эквивалент. Чувак, например. Эй, Трамп. Эй, чувак, там, Трамп. Ну там, иди сюда. Да, вот там какой-то Трамп прошел и там чего-то задел. Да, вот в таком контексте. Вот этот автопортрет с Трампом сделан очень интересно. Это такой портрет в портрете. Потому что как бы на самом деле это портрет Трампа. А самого себя Хогарт изобразил уже на другом готовом портрете и сопоставил их как бы живое с записанным несколько раньше. Эта идея оригинальная. Вот, ну, он умел нечто оригинальное сделать. И здесь он как раз демонстрирует, да, собственно, и в первом автопортрете тоже свои очень серьезные качества живописца. Но это его автопортрет, и к другим портретам мы еще подойдем. Автопортреты я просто взяла в самом начале, чтобы мы представляли, каков он был, что, так сказать, что заедан этот самый Хогарт, и внешне какой он. А начинает он обучаться гравировальному искусству, которое уже не было в начале XVIII века новым. В общем-то, книгопечатание и издательское дело и в Англии, и в других странах развиваются очень бурно. Гравер всегда мог иметь кусок хлеба. В отличие, кстати сказать, от живописца, станковиста или монументалиста. Да, монументальная живопись хорошо оплачивается, но попробуйте получить заказ. Нужно, в общем, очень здорово постараться, по крайней мере, поначалу, пока тебя не знают. А портреты тоже не каждый разбежался заказывать себе живописный портрет, даже при наличии денег. Как бы деньги люди считают. Вообще, 18 век, так сказать, все время идет разговор во многих текстах, идет разговор о деньгах, о том, сколько стоит, как, что. Потом романтизм следует
следующая за просвещением эпоха, она эти разговоры, ну, во всяком случае, внешне задвинет куда-то на задний план. Вот как раз о деньгах будет даже вроде как не совсем прилично говорить, сколько чего стоит и как что. А просвещение вот не стесняется этого. И Хогарт, и художники, и Хогарт в том числе не стесняется. В 20-м году в Англии, в Лондоне происходит одно очень важное с точки зрения события. Туда на полгода, не совсем понятно зачем и почему, приезжает величайший художник всех народов того времени, той эпохи, Антуан Вато. Наверное, в поисках заказов, я так думаю, опять же рассматривая с точки зрения парижанина, ну, Вато по рождению не парижанин, он вообще фламандец, а не француз, но с юности живет в Париже, живописи обучался в Париже. И, видимо, Вато в качестве вот парижанина рассматривал острова как вот такую живописную целину, где можно сейчас продемонстрировать свои блестящие парижские данные, и просто вот сбегутся заказчики, как мухи, потому что английские художники ничего похожего им предоставить не могут. Но как-то не складывается у него с заказами. Вообще Вато не очень хорошо получалось с заказами. В этом смысле Хогарт был гораздо более успешен. И сказалось то, что Вато не говорил по-английски. Да, он находит себе покровителя, у него что-то покупают, его показывают, вводят в какие-то салоны, такие светские, аристократические. Но, в общем, ничего особенно революционного в английской живописи Вато не произвел. И на Хогарта он тоже не произвел никакого впечатления. Потом Хогарт, когда он будет уже в зрелом возрасте теоретизировать, а он напишет немаловажный для эпохи просвещения трактат «Анализ красоты», где он будет рассуждать, ну, о красоте вообще, как он ее понимает, как понимают современники, и будет там приводить примеры из трактовки красоты у разных каких-то известных ему художников, а Вато ни слова как раз. Возможно, действительно, он никак с ним соприкоснулся, хотя представить себе это трудно. Опять же, Лондон не то место, где было огромное количество хороших художников, поэтому как раз совсем не то место еще в это время. Вот оно на глазах у Хогарта по мере того, как он будет набираться мастерства, становиться зрелым, а еще при его, в общем-то, при его жизни и еще и не на склоне его лет, у него появится достойнейший коллега, отчасти соперник, хотя, в общем-то, и не очень соперник, потому что они разного плана художники, Джошуа Рейнольдс. Так что, в общем-то, золотой век английской живописи, вот он как раз на глазах Хогарта, собственно говоря, созревает. И 18 век можно назвать таковым. Итак, Хогарт занимается гравюрой, которую он потихоньку за небольшие деньги, зато часто это большое количество гонораров, производит. Он не брезгует поначалу заниматься самыми разными вещами. Ну, например, он оформляет вывески, оформляет визитки. А, собственно говоря, почему нет? И попадает в круг художника, который в Англии является культовым, но вот есть такие фигуры, и не только в Англии, везде, которые вот для данной страны, для данной местности, они являются почти святыми, и не дай бог там сказать, что это не вообще не шедевры, не величайший мастер всех времен и народов, потому что именно здесь, в этой стране, это культовая фигура. Вот таков Торнхилл. В какой-то мере, если не учитель, то наставник Хогарта, и чуть-чуть в будущем его тесть, потому что он женится на дочери Торнхилла вопреки его воле, и только через какое-то время Торнхилл этот брак признает, ну и, так сказать, вынужден будет благословить, хотя брак был, судя по всему, счастливым. Бездетным, но счастливым. Да, так вот, Торнхилл знаменит тем, прежде всего,
вот те, кто были в Лондоне, безусловно, его произведение видели. Хотя вполне я допускаю, что оно не произвело на вас большого впечатления. Это росписи собора Святого Павла. Вот как и автор, архитектор, проектировщик собора Святого Павла, сэр Кристофер Рен в Англии, фигура почти культовая, о котором и анекдоты, и какие-то мифы слагались буквально с времен его жизни. О нем рассказывают и пишут там самое разное, иногда очень интересное. Вот поскольку Торнхилл расписывал его произведение, этот главный собор Англии, а в Англии мне, например, приходилось с этим сталкиваться даже среди специалистов, говорящих, что собор Святого Павла ничуть не хуже, а может быть даже и лучше на самом деле, чем собор Святого Петра в Риме. И не боже упаси, не скажи, да ну помилуйте, что же вы сравнили это Кристофера Рена с Микеланджело и Лоренцо Бернини, где же, чего же он лучше. Вот это ни в коем случае нельзя сказать. Вот. И поскольку Торнхилл расписывал плафон на собора Святого Павла, он тоже получил и тогда, и впоследствии статус, ну, вот такой совершенно канонизированной личности. Но, ну, как Хогарта он вряд ли мог чему-то научить. Он прирожденный монументалист. Вот в чем достоинство, собственно, росписи собора Святого Павла, вот работы Торнхилла, что он расписывал гризалью, то есть серо-коричневым цветами, без яркости, без цветов. Это довольно редко в монументальной живописи художники применяли, а зря. Вот почти все, что я видела, расписанное гризалью, оно на самом деле очень хорошо. Вот, например, школа Брюлова, кафедральный собор в Арзамасе. А расписала, вот попробуйте, посмотрите, вы почти ни в одной книжке не найдете никакой информации. Это так считается, бросовая работа, ну, расписывали там, получили заказ и расписали. А на самом деле это очень здорово. Вот также собор Святого Павла тоже, в общем-то, очень неплох. И Хогарт начинает, продолжает вот делать и зарабатывать гравюрами. Но вот если с изобразительностью в начале его жизни было как-то все-таки не очень благополучно, то с театром в Англии и уже давно просто прекрасно. И поэтому Хогарт входит в круг вот театральных деятелей. У него будут потом сложные, сначала очень хорошие, очень теплые отношения с легендарным Дэвидом Гарриком. Потом они несколько подрассорятся и в концу жизни общаться уже не будут. Но тем не менее, в общем-то, и Гаррик сыграл свою роль в жизни Хогарта, и Хогарт сыграл свою роль в жизни Гаррика, потому что именно Хогарт запечатлел его на портрете и его как такового, и в ролях. Среди книг тогда очень популярных был вот этот вот самый Гуди Брас или Хади Брас, как сейчас переводят у того же Михаила Германа. Гуди Брас, и так в начале 20 века тоже переводили. Вот такая сатирическая книга, в которой описываются, представляются достаточно нелицеприятно господствующие нравы Англии. И, вероятно, этот самый Гуди Брас, который сейчас все-таки далеко не столь читаемый, как произведение Дефо или Свифта, это, не сказать, не самое замечательное произведение английской литературы, но оно привело к Хогарту, Хогарта вот в это состояние, в это отношение к литературе как к важному источнику живописи. Вот здесь мы подходим к одному очень больному вопросу, который касается не только английской школы живописи, не только Хогарта, но и, в общем, всего-всего-всего. Насколько важна фабула, насколько важен сюжет в изобразительном искусстве? Есть определенная категория и художников, и теоретиков, критиков искусства, и, конечно же, зрителей, которые, в общем-то, ищут и рассматривают, испытывают интерес к произведению прежде всего благодаря фабуле.
Вот если как бы ни о чем, ну просто пейзаж, просто натюрморт, то это не очень интересно. И есть линия в изобразительном искусстве среди художников, среди тех же критиков, музейных сотрудников, историков искусства и, конечно же, зрителей, которые в живописи ищут прежде всего живописи. Вот эта линия, которая исходит из Венецианской школы XVI века, от Джорджоне, Тициана, отчасти через Тинторетто, и потом через Гварди, может быть, Ротари отчасти, потом переходит к испанцам, это уже Веласкес, Гойя, к французам весь XVIII век, вот упомянутый Антуан Вато, конечно, среди этих мастеров, и Фрагонар, и, в общем, целый ряд французских художников, и, наверное, свою кульминацию получает в работах французских импрессионистов. Они любимы многими, вероятно, среди вас есть такие, но далеко не всеми они любимыми, их и при жизни, и сейчас там кто-то продолжает упрекать в том, что это, в общем-то, живопись-то пустая, а что там? Ну, какой-то вот закат, ну, рассвет, ну, вот он в жизни закат, рассвет, смотри, сколько хочешь, а смысла-то как бы нет, ничего интересного нет, и они повторяются бесконечно. То ли дело, допустим, там, передвижники, или Уотерхаус, или прерафаэлиты, вот у них каждый раз что-то новое, там есть и сюжет, и тема, и идея, и все, что хотите, то есть вот там связь, есть вот определенная категория, сказать, произведений изобразительного искусства, которые органично связаны с литературой и, в общем, строятся примерно по такому же принципу, только совершенно другими инструментами. И Хогарт начинает с этого. Знал ли он, делал ли он это сознательно? Он, видимо, был человеком достаточно разумным и достаточно прагматичным, и понимал, что английская публика, в общем, теоретически английский покупатель, будет как раз именно на это обращать внимание, а не на живопись как таковую. Но он начинает именно с этого, а впоследствии он придет, и в конечном счете, наверное, вот с точки зрения и Германа, и моего, в этом его главное достоинство, он и придет как раз к живописи как таковой. И, собственно, за расцвет английского искусства второй половины XVIII века можно отнести уже не только к сюжетной фабульной стороне, но и к живописи как таковой. Ну вот первые его работы – это в таком сатирическом ключе, где он еще и осваивает практически на ходу рисунок, потому что, в общем-то, он особенно фундаментально никогда нигде и ни у кого учился. И придя уже к живописи, графика – это графика, он будет переводить свои живописные серии в гравюры и, собственно говоря, параллельно работать и над живописной серией, и над графической. Ну вот, придя к живописи, он тоже вот эту фабульность, сюжетность, такую литературную основу он не оставляет. Ну вот, мне кажется, одна из его лучших зрелых работ с такой вот перчинкой, очень ощутимым привкусом сатиры, это вот эти «Ворота Кале» или «Гимн английскому бифштексу». Вот это тащит огромный кусок мяса, и за ним бежит в припрыжку человек, который глотает слюни и смотрит на этот кусок мяса с каким-то вот невероятным таким вожделением нравы того времени. Вещь, конечно, очень удачная. Ну вот, несколько вещей я подготовила вам из числа тех работ Хогарта, которыми он достаточно хорошо зарабатывал. И вот как раз эти вещи, которыми он хорошо зарабатывал, выдающимися никак не назовешь. Потому что, в
общем-то, на фоне искусства вот позднего барокко, рококо, они так выглядят себе, ну, вот в одном ряду, вполне профессиональные, хорошие, ну, пороха он тут не изобрел и ничего выдающегося не совершил. Вот такие и аллегорические композиции, идущие тоже, конечно же, от литературы, и опять же, вот самые главные его достижения будут в области портрета. Автопортретами мы его познакомились. Давайте познакомимся вот с его несколькими заказными и незаказными портретами. Епископ Ходли. Тут он демонстрирует нам свое понимание, знание психологии человека. Ну и, конечно, очень хороший уровень уже живописания. Собственно, живописание. Живописец он отменный. И здесь он в зрелости достиг высот, что называется, его совершенно спокойно. В ряде случаев он даже будет выигрывать. Можно поставить в одном ряду с его современниками-французами. А повторяю, французская школа, вот как бы там ни относиться, каким бы англофилом ни быть, она все же в этом веке и в будущем столетии, да и в предыдущем, она будет лидирующей. Один из его удачных и, наверное, самых известных портретов, без которого не обходятся учебники по английские учебники по английской истории, вот этот портрет капитана Корома. Капитан Кором очень богатый, одинокий человек, филантроп, который разворачивает на склоне лет, когда он уже там мореплавание осталось у него за плечами, он разворачивает очень бурную деятельность в Лондоне по созданию детских приютов. Вообще 18 век, и в Лондоне в частности, нравы таковы, что огромное количество внебрачных детей, в общем, детей, которые взялись неизвестно откуда, неизвестно чьи, которых буквально выбрасывают на помойку, как кто-то из них гибнет, какие-то подрастают, и вот они наводняют потом определенные микрорайоны Лондона, возникают эти вот детские шайки, такая социальная проблема, которая для больших городов еще с 18 века существует. И этот капитан Кором решил истратить, в общем-то, не очень нужное ему личное огромное состояние на создание детских приютов. Казалось бы, он должен был сразу же получить мощную общественную поддержку, но не тут-то было. Ему пришлось пройти через целый ряд, в общем, каких-то и конфликтов с различными представителями, администрации лондонской, королевской, выдержать поток критики, каких-то обвинений со стороны общественности, что вот за этим стоит непонятно что, и не хочет ли он воспользоваться потом этими подрощенными детьми, чтобы их организовать еще в какую-то банду, там, а из девочек не воспитывать сразу на корню, обитательниц каких-то притонов, которыми, собственно говоря, Лондон кишмя кишит, и это найдет отражение в творчестве Хогарта. В конечном счете этот капитан Кором до своего добился и сделал очень хорошее, доброе дело, которое потом имело долгое-долгое продолжение, потому что этот воспитательный дом, он славился и своим хором, и сам Гендель был очарован хором этих мальчиков-воспитанников и подарил им какой-то очень ценный свой личный музыкальный инструмент. В общем, много-много всего хорошего и интересного. И вот этого чудака капитана Корома с его растрепанным париком, а он действительно производил, так писали и в газетах, и в мемуарах того времени, странное впечатление. Он, так сказать, очень быстро ходил, размахивая руками, глаза его всегда лихорадочно блестели, вот поэтому его тоже принимали за какого-то не совсем вменяемого, не совсем адекватного человека. Но вот Хогарту очень здорово удалось воплотить его. И совершенно
совершенно замечательные у него женские портреты. И портрет его супруги, и портрет кузины его супруги. Большинство его женских портретов, в отличие от мужских, как раз не заказны. Ну, к концу 40-х годов Хогарт как раз уже, завоевал, приобрел себе вполне прочное материальное положение. К тому же уже ушел из жизни вот этот самый Торнхилл, его тесть, придворный живописец, очень и очень небедный человек, который не дал ничего в приданое дочери, когда она выходила замуж за Хогарта, потому что отец был против брака. Но после его ухода из жизни Джейн Торнхилл, теперь уже Хогарт, получает очень приличное наследство. И чете Хогарта, в общем-то, о деньгах думать не нужно. И вот тогда по-настоящему Хогарт начинает заниматься живописью как живописью, когда ему не очень важно, будет это иметь успех, не будет иметь успех. Кстати сказать, в анализе красоты и там в сопутствующих записках этому, даже не столько в анализе, и не только в, именно не в анализе, а в сопутствующих записках, он очень, так саркастически отзывается о тех художниках и людях, которые работают как бы для будущего, для потомка. Вот кто ему не давал покоя, это бедный Рембрандт. Почему-то он стал такой костью в горле ему. Ему казалось, что это просто какой-то верх, глупости человеческой, такое поведение. Когда вот тебе все давалось, и, так сказать, весь там, если не мир, то твой Амстердам у твоих ног, а вдруг начал работать так, что это никому не нравится для потомков. Вот нужно сказать, что из Хогарта, конечно, при всех его достоинствах, вот личности такого масштаба, как Рембрандт или Пуссен, другого рода несколько человек, и тоже из рембрандтовского, более раннего времени, которые были способны обобщать как-то, да, которых можно там вписать в почти любую среду, и не только касается интерьера, но почти в любой контекст, и проиллюстрировать ими не только историю искусства, но и всеобщую историю, и какие-то там Библию, скажем, или античную мифологию, как у Пуссена, у Рембрандта больше Библию. У Хогарта не получилось, но портреты он, как видите, делает совершенно замечательные. И вот хотя он вроде как бы презирал вот живописность как таковую, главные его достижения именно в этой области. И заказные его портреты, потому что вот несколько у него есть групповых семейных портретов, у него тоже очень хорошо получаются. Чуть похуже у него с пейзажем, с атмосферой. Вот как раз он так не захотел или не смог, не получилось у него поучиться, проконсультироваться у Вато. Вот бы кто ему мог показать, как пишется воздух, как пишется пейзаж. Но вот с этим у него не очень сложилось. Вот этот один из самых красивых у него портретов в чисто живописном отношении. Кстати сказать, вот обратите внимание, в живописи, может быть, даже вы обращали уже внимание, только не отдавая себе отчет в этом. Крайне редко встречается сочетание разных оттенков синего и голубого. Вот синий еще с расцвета флорентийской школы входит в треугольник основных цветов. Великие флорентийцы завещали все время, пользоваться синим, красным, желтым в одном произведении. Искусство барокко и академизм итальянский, Болонская академия, этот завет канонизировали, и, в общем-то, это проходит сквозной линией через многие-многие этапы живописи. А вот разные оттенки одного и того же цвета,
света – это очень такая штука. С одной стороны, изысканная, она как бы дает замечательные результаты, но вот чуть-чуть в сторону, и получается не очень хорошо. Вот здесь как раз Хогарт нам демонстрирует возможности свои выдающегося именно живописца. Вот другая еще его, другой его групповой портрет, решенный уже в таких почти рокальных тонах, а в общем-то это же время рококо, середина 18 века. В Англии, правда, как-то рококо не так проявилось, как во Франции. Это не стало ни культовым стилем, но отголоски его все равно, конечно же, чувствуют. Кстати сказать, Хогарт как такой французофоб и в личной жизни, и в высказывании, и в своих теоретических работах очень критикует все французское, не только живопись, но и французскую моду. А мода шла, безусловно, из Парижа. Тут уж Хогарт и ни один другой англичанин ничего не мог с этим поделать. Вот это тот самый портрет Дэвида Гаррика, который тоже вошел в аналы, поскольку и Хогарт знаменитый англичанин, и Дэвид Гаррик не менее знаменитый англичанин. И из-за этого портрета их отношения как раз и сломались, потому что портрет Гаррику не понравился. Есть даже и данные такие косвенные о том, что Гаррик поручил кому-то или заказал кому-то несколько переписать его лицо. И вот непонятно, дописано оно другим художником или все-таки это тот вариант, который создал Хогарт и который почему-то не очень понравился Гаррику. И тут мы подходим к его вот главным шедеврам. Это групповому портрету слуг. Собственно говоря, это такая композиция, как бы состоящая из отдельных нескольких этюдов, но помещенных на одном холсте. Потому что это не групповой портрет в узком смысле этого слова, вот как те, которые мы видели несколько раньше, они не объединены общей композицией, общим сюжетом, общим действием, но как будто существуют сами по себе, и каждая просто сделана совершенно замечательно. Вот здесь и психологизм Хогарта, и его такая, ну что ли, такая, сказать, часть, светлая часть его души, потому что, в общем-то, он был скорее таким брюзгой, человеком желчным. Вот даже странно, что у него рождаются такие вызывающие явно и его симпатию, и, соответственно, симпатию зрителя вот на протяжении столько лет образы. И вершиной всего этого является его знаменитая девушка с креветками, которую английская живопись совершенно справедливо считает достойной поставить эту работу в один ряд с величайшими достижениями живописи. Написано накануне уже ухода Хогарта из жизни. По-моему, он в 63-м или в 64-м году умер. Я как-то не стараюсь запоминать, вот сказать, даты рождения и смерти, но уже его уход из жизни близок. И вот это он пишет уже совершенно для себя. И демонстрирует здесь вот то направление в живописи, которое станет важным, распространенным, заговорит о себе в полный голос, но через 100 лет. Это французский импрессионизм. То есть на 100 лет он это предвосхищает. А если посмотреть в обратную сторону, назад, в прошедшие века, то это лучшие достижения
изображение Веласкеса. Причем, что Веласкес ничего практически не делал и даже никак не мог, наверное, и подумать о том, чтобы делать что-то для себя, поскольку он был придворным человеком, и все его время было жестко регламентировано, и все, что он делал, жестко регламентировано. Хогарт был, ну, просто как птица вольная по сравнению с Веласкесом. Ну вот между вот этими двумя явлениями стоит как связующее звено, хотя никакой непосредственной связи нет, вот эта самая девушка с креветками. И вряд ли Хогарт видел работы Веласкеса. Вообще вот интересно то, что 18 век – это время ужасно космополитичное. Время, когда, несмотря на то, что внутри Европы бесконечно идут войны, то одна, то другая, вот эта же упомянутая война за австрийское наследство, которое вызвало в Англии волну такой франкофобии, и Хогарт был среди этих людей. Другие войны, все постоянно куда-то едут. Вот буквально кого из художников 18 века мы не возьмем, из известных и не столь известных, работали все при целой куче дворов. Вот возьмем, допустим, Леотара, автора знаменитой «Шоколадницы». Где он только не жил, где он только не работал, везде по несколько, ну, до 5 лет. Париж, после Парижа Константинополь, потом Вена, потом Дрезден, потом Лондон, потом Амстердам. Пьетро Ротари работает и в Париже, и в своей родной Венеции, и едет на юг в Неаполь выполнять заказы. Едет в Петербург, и, кстати сказать, масса художников и французских, и итальянских приезжают в Петербург, какое-то время работают, потом уезжают к себе, а кто оседает и остается. Тот же Ватто приехал в Лондон и прожил там около 1/2 года, не так уж мало. Хогарт удивительный домосед. Такое создается впечатление, что он почти не выезжал за пределы, ну вот какого-то очень узкого ближнего к Лондону круга. Он даже не совершал каких-то на островах дальних поездок. Вот все, весь его интерес связан именно с большим городом, с обитателями большого города. Это разные, в общем-то, люди, и люди дна, и простые люди, которых он видел, которые его окружали. И вот девушка с креветками, которая мелькнула перед его глазами, вероятно, и поразила его уже стареющего своей молодостью, такой свойственной молодостью, беспричинной радости, когда просто здорово и хорошо, неизвестно от чего, и в туманы под дождем, и с пустыми карманами, но просто вот ты молод и от этого счастлив. И Хогарт замечательно передает это состояние. Действительно, это вершина его творчества. Ну вот наряду с его живописной линией я больше уделила внимание этой чисто живописной линии, ну потому что мы, в общем, мы все равно остаемся самими собой, и чем дальше, тем больше, и уже давно, наверное, хороших лет с 35, а это полжизни, меня как раз больше интересуют, волнуют и затрагивают именно живописцы, а не рисовальщики, не концептуалисты, не создатели каких-то интересных, требующих размышления фабул. Ну вот таков мой лично подход, поэтому я этому уделяю больше внимания. Но как раз Хогарт концептуалист по большей части. И опять же мы возвращаемся к связи с литературой, характерной для английской художественной культуры, связи с театром. И вот Хогарт как раз создаст три свои главные серии, их бы больше, но три из них самые главные, такие рассказы в картинках, которые буквально предвосхищают комиксы. Вот такой повествовательный рассказ. Сказать, что это возникло абсолютно на ровном месте, конечно, нельзя, потому что вот эту методику, такой подход широчайшим образом
чем имело в своем арсенале Средневековье. Потому что житийные циклы, страстные циклы, праздничные циклы Евангелия – это как раз вот то самое, когда вся вот эта история вам представляется в череде последовательно сменяющихся событий. И вот одно за другим, предстает перед глазами зрителя. Но Средневековье это давно ушло, и искусство живописи за 15-й, даже 16-й, если говорить об Англии, 15-й это еще вполне Средневековье, 16-й, 17-й, начало 18 века уже по-другому пошло. Хогарт возвращает эту традицию, и причем одновременно ее, конечно же, радикально переделывает, дорабатывает. Она у нас никак не ассоциируется со средневековой живописью. Причем в данном случае он выступает и как сочинитель фабулы, потому что можно соотнести вот эти его историю шлюхи, историю мота и модный брак. Вообще правильно, и Михаил Герман совершенно справедливо говорит, обычно модный брак переводится, но на русский язык нужно переводить брак а-ля мод, потому что название двуязычное marriage, а дальше французское а-ля мод. И в самом этом уже заключена ирония, особенно если еще вспомнить, как относился Хогарт ко всему французскому, уж никак у него это не вызывало ни малейшей симпатии, ни французский язык, который господствовал в 18-м столетии повсеместно. Вот. Так что напрямую ни с каким произведением не соотносятся, хотя элементы чего-то можно найти там в истории Моль Флендерс, истории лондонской проститутки, рассказанной Дэниелем Дефо. Это второй, наверное, по степени известности его роман после Робинзона Круза. Ну, Робинзон-то, конечно, затмил, но, в общем, все равно эта история совершенно оригинальная. Она основана на реальных фактах. Там разыгралась, в общем-то, этот отряд, корпус проституток разного ранга в Лондоне был очень велик и немаловажную роль в жизни города они играли, и периодически с ними случались какие-то и с их клиентами душераздирающие истории, о чем писали газеты. И вот в основе этого цикла Хогарта как бы несколько соединенных историй. Вот приезжает эта деревенская девушка в большой город в поисках, работы или какого-то, в общем, как-то себя пристроить, устроиться, и попадает сразу же к кому? К сводне. Ну и вот дальше разыгрывается ее история, довольно драматическая. История карьера мота или история распутника. У Хогарта, кстати, слово «прогресс», который, наверное, все-таки как история или как карьера тут стоит перевести. Но это именно в оригинале, так она у него называется. Вот тут всякие тоже и похождения, приключения и злоключения рассказывается в этой серии, но главное это его последняя серия и живописная, и графическая, вот этот самый marriage à la mode, брак à la mode, посвященный очень популярной, злободневной в то время темы слияния старых дворянских, обедневших, аристократических фамилий с новоришами, которые вот как грибы появляются, потому что как раз по мере того, как Британия становится владычицей морей, начинает складываться ее колониальная система, кто-то богатеет просто как на дрожжах.
И вот женится обеднев сын разорившегося аристократа, и сын такой легкомысленный, и отец промотал все, что можно. Единственный способ поправить его, их положение, это женить сына на богатой наследнице и девице с хорошим приданным. А такой может быть вот только дочка нувариша, молодая буржуазка. Но нравы у них совершенно разные. Они, у них разный образ жизни. Эту аристократическую часть семьи коробят ее манеры, ее повадки. Она, конечно, формально став графиней, по сути, так сказать, никак не становится им ровней. И каждый живет своей жизнью. И все эти обстоятельства жизни, которые в конце концов приводят их к трагедии, финал будет драматичным у обоих, здесь все это представлено. Вот обратите внимание, что вот чисто литературно у Хогарта очень важную роль играют все детали. Например, те картины или какие-то еще другие художественные штучки, которые входят, значит, в его собственную картину. Вот видите, там на заднем плане видна картина очень популярного тогда считающегося столпом из столпов Кареджо, «Юпитер и Ио», написанная по мотивам «Метаморфоз», «Овидия о любовных похождениях богов и богинь». То есть такая тема адюльтера здесь будет присутствовать. Вот и среди сатирических тем у него еще любимая тема – это вопросы религии. Вообще самое начало XVIII века в Англии считается временем, ну, такого, ну, что ли, воскрешения интереса к религии и установлению таких, ну, не пуританских, конечно, к пуританству времен Кромвеля Англия никак не придет, но таких достаточно жестких правил. Это когда начинается период вот с этой довольно частой сменой королей, каждый из которых не оставляет наследников, и только вот в зрелые годы жизни Хогарта установится, наконец, вот эта самая Ганноверская династия в лице Георга II, потомки которого царствуют в Англии и до сих пор. Но вот давайте еще просто несколько минут уделим внимание тем художникам, которые следуют за Хогартом и которым Хогарт открыл, предоставил большие возможности. То есть он показал, что английская кисть тоже очень и очень достойна. Это Томас Гейнс, Бара – это другое поколение, блестящий живописец. Вот это один из самых лучших живописцев, именно живописцев всех времен и народов, не только английских. Вот его и портреты замечательные, и пейзажи написанные, ну вот на самом высочайшем уровне. Есть еще что-то, что можно поставить в один ряд с Гейнсборо, но превзойти его существенно не может никто в написании вот воздуха, воздушной среды. В этом смысле импрессионисты его тоже не превзошли. Они их лучшие работы, лучших из них можно поставить с ним в один ряд, но не выше. И вот сэр Джошуа Рейнольдс, который был младшим современником и отчасти даже соперником Хогарта, но у них разное, в общем-то, амплуа получилось. Джошуа Рейнольдс тоже блестящий живописец, но он гораздо более официальный. Вот интересно, что Хогарту хотелось, он достаточно явно говорит об этом, хотелось быть и придворным живописцем. Он в конечном счете получил это звание и практически ничего, что называется, с этого не поимел, потому что ему уже было достаточно много лет, он уже не гонялся за этими придворными заказами и как бы в конце жизни их спокойно отпускал, предоставлял кому-то другому. Когда-то, конечно, ему просто очень их хотелось
пыталась получить, но это не получалось. Более удачливые художники захватывали эти заказы. А вот Джошуа Рейнольдс вовремя стал придворным художником. Это тоже такой счастливый случай, когда человек умеет поторафлять вкусом выгодного заказчика и при этом делать так, что это и для всей остальной публики, в том числе и для потомков, выглядит очень и очень прилично. Художник, конечно, очень хороший, хотя уступающий Гейнсборо. Тут ничего не скажешь. И Томас Лоуренс, который уже такому академизму близок и классицизму, это уже следующее поколение. И еще более, вот еще его работа, еще более следующее поколение, это Джордж Доу, которого приглашают даже в Петербург. Я говорю «даже», вот произношу это слово страшным голосом, потому что в Петербург, конечно, англичан бы, в общем-то, и не очень звали для живописи, по крайней мере. Французов, да, это понятно, итальянцев, да, это понятно, но англичан зачем для того, чтобы они писали картины, звать? А вот оказывается, что и англичане тоже могут очень хорошо поработать. И вот эта знаменитая галерея героев 1812 года, о котором есть, которой посвящены строки Пушкина: у русского царя в чертогах есть палата, она не золотом, не бархатом, богата и так далее. Вот здесь портреты этих героев. Ну вот посмотрите, один из самых удачных портретов Доу, портрет генерала Ермолова, который произвел большое впечатление на Пушкина в том числе. Он потом, описывая самого Ермолова, он попал к нему, ну, так сказать, на встречу, на прием, когда ехал на Кавказ свою большую поездку и описал ее в «Путешествии в Эрзурум». Он пишет о нем: «голова тигра на торсе гиганта». И вот эту голову тигра на торсе гиганта художник английской школы Джордж Доу очень хорошо передает. Ну, вот, собственно говоря, то, что я хотела вам рассказать. Спасибо вам за внимание. Делая уже окончательно вывод, Хогарт очень достойный художник, интересный, хотя и противоречивый. И что еще достаточно интересно, это то, что он был теоретиком. Вот ему принадлежит сочинение 50-е годы, он его пишет уже в конце жизни, «Анализ красоты». Кстати, сочинение, вообще эпоха Просвещения же обожает теоретизирование. Просто так себе писать – это как бы полдела, а нужно еще самообъясниться. Вот тексты очень любят и Просвещение, и романтизм во многом ему противоположный, который наследует Просвещение. Тоже будут любить самообъясняться художники. Но вот «Анализ красоты» Хогарта успеха у его современников не имел. Он как раз вызвал скорее такое пожимание плечами. Зато впоследствии Просвещение просто часто, ну что ли, иллюстрируют и объясняют для себя именно анализом красоты Хогарта. В интернете есть этот текст, причем он там с купюрами очень удачными, по-моему, как раз вот самое главное сохранено. Если вам любопытно, почитайте. Ну вот главная идея, которую я, например, усвоила, и которую потом очень многими художниками и теоретиками использовалась, это восходит к Хогарту и к этому тексту, что самая красивая вещь на свете – это латинская буква «С». И все, что уподобляется вот этой латинской буквы «С», все прекрасно. А все то, что никак с ней не вяжется, то просто и некрасиво. Впоследствии, уже в конце XIX века, не один, а несколько художников и разных там литераторов, писателей, в частности Гезинаида Гиппиус, говорит о том, что роковую роль, но она говорит о русском,
русской, но к украинской это также относится. Сыграло то, что в славянских языках нет вот этой прелести, этой изумительной, поражающей своей красотой буквы «С». И поэтому, читая с детства тексты без этой невероятной, самой совершенной красоты, у нас у всех художественный вкус-то как раз и недоразвит. Но это ее мнение. Но нельзя сказать, что она так уж здорово не права. Во всяком случае, вот, ну и не надо абсолютизировать, наверное, это. Во всяком случае, вот этот культ буквы «С», нет, он начался раньше. О том, что вот этот вот силуэт красив. Особенно еще, как говорил один у нас мастер в художественном институте, работал такой мастер по подрамникам. Так это он говорил еще Петрович. Так говорил или так делал. Какой Петрович? Ну, Леонардо. Леонард, сын Пьетро да Винчи, он его называл Петрович. Вот Петрович еще так. Так вот, Леонардо да Винчи тоже как раз эту букву «С», она у него во многих произведениях угадывается, ну что ли, зашифрована. Интересно то, что у Хогарта как раз она далеко не главная, и он совсем не по этой букве «С» строит. Но он не единственный, у кого теория и практика расходились. Это почему-то достаточно типично. Это и у Дюрера часто было, и у многих других более поздних художников. Пишут для программы одно, а в живописи, то есть считают, что нужно вот так, а в общем-то делают другое. Потому что, опять же, словесность и живописность – это суть разные вещи. И то, что хорошо выражается словами, не всегда по-настоящему хорошо в живописи. Вот тут я не могу процитировать своего любимое высказывание своего любимого Клода Моне. Это когда к нему приставали уже на старости лет в связи с Парижской всемирной выставкой 1900 года, где там его широко показывали, он уже был живой классик. Ну и, конечно, журналисты к нему приставали: скажите, да расскажите, да что вы хотели выразить. Ну, как обычно, да. И он сказал, что если картина требует каких-то там словесных пояснений, и эти словесные пояснения служат ей существенным добавлением, значит, уже это говорит о том, что живопись эта не очень хорошая. На самом деле, да. Потому что совершенная живопись, она вам понятна и так, что это само совершенство. И говорить особенно ничего не нужно. Вы и так сами это видите. Вот, пожалуй, к этой девушке с креветками Хогарта это относится. Другие вещи его, да, пояснений требуют. Спасибо вам за внимание. Еще раз дам слово. Спасибо большое, Наталья. Если есть какие-то вопросы, мы можем уделить немного времени, пожалуйста. Хорошо, вопросов нет. Значит, большое спасибо, что вы пришли. Вот в этой комнате находится выставка гравюр Вильяма Хогарта, его «История одного мота». После лекции, я думаю, будет особенно интересно еще раз посмотреть. И спасибо, что вы были с нами. Всего хорошего. Извините, я еще последние свои 5 копеек. Вот это процветание английской буржуазии, там вообще, так сказать, английского в каком-то смысле общества, начиная с Золотого века и дальше, сыграло с английской живописной школой вообще на самом деле штуку скверную. Она все осталась на корню в Англии. Вот хорошая английская живопись, кроме как в Англии, нигде, собственно говоря, не увидишь. Там 2 работы Гейнсборо в Лувре. Там чего-то чуть-чуть и недалеко не самое лучшее в новой пинакотеке в Мюнхене. Вот эта герцогиня де Бафор в Эрмитаже моя любимая. Одна единственная. Там вот Джошуа Рейнольдс один в Эрмитаже единственный. А французы, итальянцы, голландцы, фламандцы разбрелись по свету. И не в последнюю очередь, поэтому их все знают и все любят. Вот это тоже очень важно. Спасибо, уже теперь окончательно.